Добро пожаловать в город, который никогда не спит. Вас ждет невообразимое. Весь Нью-Йорк захвачен гонщиками. Это уже не просто город, это полигон, где состязаются лучшие водители и пилоты современности и будущего. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. Кстати, о подскоке. Вы видели тот прыжок? В том-то и дело, ребята. От числа фанатов просто крышу сносит. В эфире настоящий экстрим! У вас появятся фанаты после победы на трассе. Но это не единственный путь. Сделайте эффектный трюк, как этот, например, и они тут же к вам побегут. Сами проверьте. Пройдено две трети пути, и мне кажется, что мы наблюдаем, как на трассе вспыхивает новая звезда. И вот, наконец, грандиозный финал. Наше время теперь так. Недостаточно быть хорошим пилотом. Нужно блистать и в гонке, и в жизни. Всегда быть в курсе последних новостей социальных сетей. Чем больше у вас фанатов, тем больше будет новых. Войдете в первую гоночную команду, и вторая начнет к вам присматриваться. Соберете группу поддержки, и желающие заключить контракт начнут стучать в дверь. То есть водитель, который привлечет на свою сторону достаточно фанатов, откроет новые стили гонок, дисциплины. Вы назовете их превосходными. А разве все мы не гонимся за чем-то превосходным? С
вами была программа Live Extreme. Первый эпизод из самого сердца Нью-Йорка. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.